Так, точно, так точно. Его зовут Николай Недворай. Окей. Проклятые крысы. Да ладно, успокойся, это всего лишь крысы. Какой ты нафиг священник? Ты боишься даже крыс. А если тебе скажут, короче, изгонять дьявола, там проводить, короче, как ее там называют, блин. Как она? Забыл. Экзорцизм, да? Николай, Николай, подожди меня, а? Николай, ну что ты? Подожди меня, сейчас я доковыляю до тебя. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами рубрику «Бесплатные игры». И продолжаем с вами хоррор-квест проходить. Пролог, бесплатный пролог, бесплатную демку хоррор-квеста под названием Сант-Катар, вроде как, The Yellow Mask. Yellow Mask — это желтая маска, да-да-да. Желтая маска, вы в комментариях написали, но я в прошлой серии, да, подумал об этом, но не сказал. Я где-то глубоко в голове своей подумал, но не сказал. Итак, короче, у нас чувак, предположительно, муж сестры пропавшей нашей, блуждает внизу, пошел вниз, короче, он нас туда не пускает. Я еще не смотрел весь этаж, моя Библия должна быть где-то здесь. Окей, нужно найти Библию, давай искать Библию, мы в этой комнате еще не все осмотрели. Окей, здесь есть дверь. Открыли окно, здесь есть дверь, короче. Дверь ведет на балкон, скорее всего. Сначала нужно найти ключ. Ключ. Окей. Так, что у нас есть? Так, портрет мы смотрели, да? А, нет, мы вот эту часть мы не смотрели. Мы посмотрели, картина пошла пятнами, но злобный взгляд мужчин на ней до сих пор различим. Окей, мы посмотрели вот эту вот сторону, короче, где верстак. Где верстак? Так, начинаем вот отсюда, мы не смотрели. Это очень что? Огромное сердце? Да, реально огромное сердце. Надеюсь, оно не настоящее. Окей, надеюсь, оно не настоящее. Так, скульптуры. Взглянем на скульптуры. Мужчина, погруженный в глубокую печаль. Ужасная сыпь покрывает его лоб. Окей, а второй? Напоминает одного мужчину, который ходил в нашу церковь. Ходил, а потом ушел и больше не появлялся. Из него, знаешь ли, сделали, короче, скульптуру. Его убили и сделали скульптуру. Почему нет? Почему нет? Это же все-таки хоррор. Это хоррор-квест. Хоррор-квест. Просто хоррор-квест. Так, кровать. Желтое покрывало, смятое лишь с одной стороны кровати. Значит, на этой стороне никто не спал. Бля, ты просто сыщик, мать твою. Просто сыщик. Потому что не спали на одной стороне. Не задумывался, нет? Друг на друге лежали и спали. Так, я никогда не встречал этой женщины, но мне кажется, что я где-то уже видел ее. Мне не нравится это чувство. Я никогда не встречал этой женщины, но где-то я ее видел, короче. Интересно. Очень интересно. Так, странно. Это не книги, просто болванки с пустыми обложками. На корешках нет ни названий, ни цифр. Моей Библии здесь нет. Да ладно, просто обложки стоят. Просто тупо, смотри, целая полка, короче, пустых книг, типа, да? Пустых, короче. Прикольно. Так, окей, сумка, кровать. Сумка. Сумка того чувака. Я не знаю, как его зовут, потому что мы можем, кстати, за него поиграть. Сказали ли он правду? Сказал, она пуста. Она! Но зачем Виктории брать его вещи? Не вижу смысла. Так, окей. Так, что нет, Николай. Нет тут твоей жены. И спорить, наверняка она выскользнула из дома, пока Бенедикт держал тебя наверху. И что теперь? Пойдешь по ее следу? А, Николай, точно, Николай. Кто знает, вдруг твои таблетки у нее. Но если брак тебя хоть чему-нибудь научил, ты знаешь, что она всегда ждет от тебя самых очевидных поступков. Для начала просто осмотрись. Так, точно, так точно. Его зовут Николай Недворай. Окей.
Сначала просто осмотреться. Скульптура. Все по кругу, все по новой. Ослепленный мертвец. Мы, кстати, поковырялись у него во рту, там, вот, ослепленного мертвеца, визжащий человек. Он знает название этих скульптур, получается. Окей. Так, куклы. Ну и увлечение у их хозяина. Все эти куклы ничем не запоминаются, кроме тех двух на задних рядах. Про безголовую я вообще молчу. Взять бы тебе одну из них свою в коллекцию. Какую выберешь? Так, какую выберешь? Рогатый идол или венценосный идол? Давай возьмем рогатого. Недобрый выбор. Рогатая кукла — образ дьявола. Здесь как бы... Ну-ка, что тут у нас? Коричневая сумка? Не просто сумка, а сумка Бенедика. Что она тут делает? А внутри что? Спроси себя сам и подумай. Библия там, Библия там. Значит, здесь я читал то, что каждый твой выбор повлияет, короче, на ход событий игры. Ну, это, в принципе, как бы стандартная, да, для квестов штука, в принципе. Вот. Так что я выбрал, короче, куклу дьявола, и я стану, наверное... Николай станет, наверное, на сторону дьявола. Ну, возможно... А чё нет-то? Возможно? Почему нет-то? Фреска. Это огромное дерево, с его веток свисают трупы, а корни обвились вокруг груды черепов. Сами ветки служат ключницей. На одном из крючков, словно висельный, болтается одинокий ключ. О, ключ, отлично, ключ, короче, от двери, шикарно. Ключ от двери мы нашли. Возможно, он открывает какую-то дверцу. Я знаю, какую дверцу он открывает. Так, погоди, стой, да куда побежал-то, индюк? Стой. Я знаю, какую дверцу он открывает. Он подходит к скважине двери, но не проворачивается. Ёпта. Так, а можно здесь... Как мне вообще такое в голову пришло? Не знаю, обмотать ключ одеялом. Так, не проворачивается. Угу. Если он не проворачивается, значит... нет, он говорит, вставляется. Если бы там с другой стороны стоял ключ, значит, он бы просто не воткнул его в замочную скважину. Не проворачивается. Надо смазать чем-то, наверное. Скорее всего, смазать. Так, окей. Комод. Заперто. Ключ? Или этот ключ подходит ко всем дверям, что ли? Да ладно. Ужас, какой, груда мертвых. В смысле, мертвых? Мертвых в комоде? Да ладно, успокойся. Проклятые крысы. Да ладно, успокойся, это всего лишь крысы. Какой ты нафиг священник, ты боишься даже крыс. Ты всего боишься. Она шмыгнула в дыру в стене. Ты всего боишься. А если тебе скажут, короче, изгонять дьявола, там проводить, короче, как ее там называют-то? Блин. Как она? Забыл. Экзорцизм, да? Проводить экзорцизм. Зачем вообще держать груду выпотрошенных лягушек у себя дома? А, лягушки? Мертвые лягушки? Ну, какой-то обряд, наверное. Я думаю, да. Комод. Так, погоди, он закроет его? Он, наверное, его сейчас закроет. Ладно, чтоб не воняло. Окей. Груда мертв... А погоди. Одеяло. Может, в кучу одеяла, короче, запихать лягушек? Наоборот, в одеяло запихать кучу лягушек. Нет, нельзя рисковать.
Ты чем рискуешь? Испачкать одеяло? Ладно, пофиг, чтоб не воняло, короче, закрой. Так, мышь убежала куда-то в дыру, но дыра... Глаз такой. У скульптуры. Так, окей. Дышать нечем. Запах затлости просто омерзителен. Виктория! Николай, что тут творится? Лучше проверить, что там внизу. А в смысле, а что проверить? Погоди. Просто старая одежда. Тут лишь плесень. В смысле проверить? Внизу Николай. Чё? А, ну типа, это он типа сказал, что все, теперь разрешено спуститься вниз, да? Это окно находится аккуратно над выходной дверью. На входной. Этот лжец сказал, что он меня позовет. Николай! Подожди меня, а? Нужно его остановить. Ну, Николай, ну что ты? Подожди меня, сейчас я доковыляю до тебя. Так, окей. Здесь мы все смотрели. Опа. Сумочка. Это же моя сумка. Как она оказалась на полу? Николай. Ну-ка, возьми. Сумка вся мокрая, липкая внутри. В ней лежат мои щетки и ручка. Все остальное пропало. Похоже, Николай все это время знал, где лежит моя сумка. Значит, она у него. У него моя Библия. Или же она у Виктории? Не я натравил ее на него. Это Николай натравил ее на меня. Может быть, это все часть заговора против меня? Ей всего лишь нужно было привести меня в это место, словно вывести куклу на сцену. И теперь они лишь дергают за ниточки. Заставили меня переночевать в этом доме, забрали мою Библию, спрятали сумку, а теперь еще и это. А сейчас... Он уподобляется ей. Николай пытается от меня скрыться. Как много... Как у тебя много просто подозрений. Как... Он просто, знаешь, у него это как болезнь-то это, знаешь, паранойя. Паранойя у чувака, просто паранойя. Жесткая причем паранойя. Так, ладно, я так полагаю, надо идти на улицу. Просто жесткая паранойя у чувака. Я не удивлюсь, если в конце игры, короче, окажется, что он вообще поехавший. Просто поехавший. Так, окей. Окно. В окно. Вышли и посмотрели в окно. Такое чувство, словно заглядываю в чей-то склеп. Нормальный дом, не ссы. Чё ты... Вот ничего ему не нравится. Просто ничего ему не нравится. Ограду обвили засохший колючий куст. Похоже, весь дом оброс этими колючками, словно терновым... Это то же самое скажет, да? Понятно, терновым венцом. Так, окей. Дверь. Там сидит чувак. Наверное, это Николай. Ну, это Николай, наверное, там сидит. Земля. Николай! Ну, шо ты там? Я кое-что искал. Серьезно? Куча листьев на земле за домом? Прекрати это безу. Прекрати эту безу. Кто там? А кто-то еще есть? Это Виктория, наверное. Успокойся. Успокойся. Зачем ты все это делаешь? Бенедикт, послушай. Нет, я слушал твою ложь, пока был в доме. Теперь ты будешь слушать меня. Ладно, я весь внимание. Так, мне совершенно ясно, что вы оба задумали, все еще задолго до этого проклятой поездки. О чем это ты? Сейчас объясню. Так, как бы это описал этот город, он что, похоже, сюда не скрыт? Где моя Библия? Опять ты с этой Библией. Где ты ее сам потерял, небось? Не переживай так, сходи в город, новую купишь. Мне не нужна новая, мне нужна моя Библия, отцовская Библия.
И никому другому нельзя носить ее с собой. Да что там, даже трогать ее нельзя. Ни сестре, ни тебе, ни даже отцу Имре. Я знаю, успокойся. Виктория уже давно мне рассказала. Как бы ты описал этот город? Он что, похож на святыню, скрытую в горах? Но он манит, не правда ли? Кто вообще так считает? Тайное сокровище этих гор. Это ее слова. Так Виктория пыталась заменить меня в эту поездку с вами двумя. И что она сделала, когда я отказался ехать? Пошла к моему наставнику отцу Имре и сказала, что святой Калар что-то... Она убедила его в этом, и мне пришлось ехать. Но сам я так и не поверил ее словам. И Господь свидетель правильно думал. Да, мы и сами все поняли, едва прибыли в город. Ты про этот ритуал на площади? Мне он даже понравился. И поездка, и этот дом, и все вещи пропали. Это все ваш злобный замысел против меня. Замысел? Против тебя? Ты вообще себя слышишь? Теперь понимаю, почему Виктория так переживала за твое здоровье. Да реально, он реально просто вот параноик. Просто тупо параноик. Так вот, почему мы сюда приехали. Вы хотели, чтобы я выставил себя безумцем? Думаете положить меня в больницу? Ты все не так понял. Успокойся. Не так понял? Ты все это время знал, где лежит моя сумка. Это Виктория спрятала мою Библию там, а ты просто достал сумку, когда проходил мимо. Моя сумка вся липкая. Ты что, туда слюни напускал, пока копался в ней? Бенедикт. И где она? Прячется в лесу? Ты знаешь где? Само собой знаешь. Она наверняка тебе рассказала, что без нее я ни на что не уеду отсюда. Ни за что не уеду. Ни на что. Зачем тогда я прятаться от меня? Потому что знает, что я не могу уехать без нее. И хочет, чтобы я больше помучился в этом проклятом месте. Это сейчас и происходит. Вы хотите, чтобы я промучился тут до последнего? И что же вы делаете, чтобы я не покинул город? Правильно. Крадете документы из моей сумки. Но знаешь что? Перед отъездом я заставил ее поклясться на могилах наших родителей, что она при первом же слове немедленно отвезет меня в Будапешт. Так что я не сошел с ума, представь себе. Когда вы уже наконец оставите меня в покое, что она еще хочет? Сосквернить могилы наших родителей? Это ты верно подметил. Я бы не назвал тебя сумасшедшим, но ты все не так понял. Дай-ка я скажу тебе, что случилось на самом деле. Думаешь, я поверю тебе, после всего, что уже случилось? Обокрали нас с тобой, Бенедикт. Когда я проснулся, то решил, что это вы с Викторией украли все мои вещи, в том числе морфий. А потом спустился вниз и нашел твою сумку на полке за куклами, и в ней, в отличие от моей, никто не рылся. Так значит, я был прав. Виктория положила туда Библию, а ты? Нет. Я нашел мне лишь ручку, четки и вот это. Это что, человеческие глаза? И кто из нас сошел с ума? 30 свиных глаз в свиной кишке. Ужас, ужас еще какой. Неудивительно, отчего сумка вся такая липкая. Что за безумие? Он лжет. А еще вблизи от него исходит неприятный затхлый запах. Небось, положил сюда, чтобы посмеяться. Сделал дело и решил оставить тебе подарочек на память. И кто же это сделал, по твоему мнению? Хозяин таверны, конечно. Который ждал нас весь день, чтобы отдать ключи от дома? Зачем ему идти на такое? И почему он забрал все, но оставил мои четкие ручку? Потому же, почему решил засунуть в сумку эти свиные глаза, наверное. Понятия не имею, откуда у него кишка, но эта история просто бред сумасшедшего. Тогда где сумка Виктории? Как ты это объяснишь? Если нас обокрали, но оставили сумки на месте, то где ее сумка? Может, Виктория взяла ее с собой? Я заметил, что покрывало на вашей кровати было помято лишь с одной стороны. Признайся уже, Виктория не спала там прошлой ночью. Она сделала все, о чем вы с ней договорились, а затем сбежала. Прекращай уже! Мир вокруг тебя не вертится. Не знаю я, где Виктория. Когда я проснулся, ее уже не было. Действительно, задрал, просто задрал. Как же странно пахло от Николая. Я только что понял, как же пахло в шкафу наверху. Он ходит в чужой одежде. Наверняка взял ее оттуда. Я пойду и все верну, не переживай. А ты просто останься здесь
и жди Викторию. Что? Постой, нет, тебе не следует. Он хочет встретиться с ней в городе? Или она затаилась в лесу и ждет, когда я уйду? Что мне делать сейчас? Мне идти пора, Морфи нужен. Чего тебе еще? Так, я пойду с тобой, я подожду здесь. Окей. Я пойду с тобой. Нет, наверное, мы еще здесь не все осмотрели, короче, в принципе, да? Или... Да какого хера, да? Вдруг он там реально с этой Викторией встретится, и мы тут как тут. Короче, давай, я пойду с тобой. Ты о сестре подумал? Если ты пойдешь со мной, то когда она вернется, она окажется в этом доме совершенно одна. Мы можем оставить ей записку. Что? Что твоя Библия? А я тебе о чем спрашиваю, где она? Что, пропала? Надо же, а я думал, что у тебя никогда ничего не валится из рук. Да ладно. Мы ему, короче, с прошлой серии, просто с прошлой серии, и вот эту серию, короче, талдычим про Библию, короче. Он такой, спустя сколько уже... Полчаса, да, там, ну, если суммировать, да, первую серию и вот эту. Спустя полчаса такой, а что, у тебя Библия пропала или что? Ради Святого Святого, нет, у меня ее нет. Не бойся, наш вор над тобой смилостился. Если бы он не украл мой морфи, я бы не нашел твою Библию. Она в комоде наверху. И успокойся, я ее не трогал, клянусь. Почему ты сказал мне только сейчас? Думал, что ты нашел ее, когда я спустился вниз. Ничего страшного. Сходи за ней, и мы пойдем в город вместе. Ты почему-то молчал. А если это правда, и она на самом деле там, ты уже сохранил ее, оставив лежать в горе трупов. Из всех мест в этой комнате я не глядел лишь в той куче вещей. Нужно убедиться, что она на этот раз там. Короче, там. Бенедикт, не заставляй меня ждать! Короче, либо он специально отправил нас в дом за Библией, чтобы свалить в город, вот, либо действительно так, как он говорит. Сейчас глянем. Давай это беги уже, унылый. Дергается, как этот. Я слышал этот жуткий звук только раз в своей жизни. Какой звук? Я ничего не слышал. Я не слышал ничего. А чё лягушки-то вывалились? Я же закрывал, да, кому? Лягушки, одни лягушки. Я вообще не трогал лягушек. Почему же тогда они вывалились наружу? Под грудой лягушек что-то лежит. Очень похоже на... А чё потемнело? Видел, да? Моя Библия! Этого бы никогда не произошло, если бы... Решили заглянуть? Опа. Николай? Николай, ты где? Ради бога, ответь мне, Николай. Ля. Мне нужно выбраться отсюда, пока не слишком поздно. Просто слышал, да? Это не Николай, просто такое ощущение, как будто, знаешь, чувак идет и волочит ногу. Ногу там, да, наверное, волочит, или труп волочит кто-то. Так, ладно, Библию мы нашли, четки. У нас, кстати, есть четки. Они отгоняют от меня тьму и слуг. А, ее слуг. Так, окей, ручка. Подарок, который вручил мне генерал ордена после 7 прекрасных лет, проведенных в Ясной Горе. Я все еще помню, что сказал мне отец слово в слово. Теперь эта Библия — часть тебя. Ты должен беречь ее любой ценой до самой своей смерти. Да понятно, почему он так дорожит ей, короче. Так, нужно выбраться, наверное... А, у меня нет ключа. Дверь заперта, да? Ну, давай спустимся вниз. А здесь убить могут вообще? Да какой ты долгий-то.
Чуть никого, да? A symbol, almost unnoticeable. Так, это мы смотрели. Может, палку уже возьмешь, а? I don't need it. Она мне не нужна. Да в смысле не нужна? Ты слышал, что здесь творится, короче? Отбиваться чем будешь? Библией? Так, ладно. Пойдем к Николаю. Николаю пойдем. Пойдем в город с Николаем. Что тебе надо? Я даже не знаю, был ли это Николай. Здесь все откутано тьмой. Пытаешься снова от меня скрыться? Я не могу сидеть в этом доме, сложа руки. Нужно отправиться в город и отыскать Викторию, если она здесь. Это могла быть она. Или Николай. Или вообще кто угодно. Боже мой, не знаю, что тут творится, но мне нужно поскорее уносить отсюда ноги. Так, Николай все-таки свалил. Я же говорю, он специально... Ну, как бы... Он не соврал насчет Библии, но он специально отправил нас наверх, чтобы уйти в город. Так, давай посмотрим, что там с землей. Что там делает Николай? А, Николай делает там что-то. Листья как листья, откинутые, разбросанные, сваленные в кучу. Мои документы. И документы Николая. Может быть, это они их тут спрятали? Ничего не понимаю. Зачем вообще спрятал мои документы именно тут? Да и свои в придачу. Так, а теперь я сам нихера не понимаю. Николай сидел там, короче, и спрятал свои документы, его документы. Мои документы выданы Венгерской Народной Республике в 1982 году. Документы Николая, сейчас его глаза выглядят по-другому. Как-то тускло, что ли. Короче, теперь я вот реально не понимаю. Я уже все тут осмотрел. Окей. Окей. Мне нужен ключ, чтобы открыть эту дверь. Ладно, ключ здесь нужен, и ключ, короче, на балкон нужен. Так, хорошо. Дом, в принципе, мы осмотрели, да? Как бы. Так, у нас сюда. И вон там какая-то хижина еще. Там, я так полагаю, город. Тут какая-то хижина непонятная. Ну, наверное, сходим сначала в хижину, посмотрим, что там. А в город уже отправимся потом. Еще смотреть здесь куда-то. Ой, еще и сюда какой-то проход. Если это она шумела на первом этаже, нужно попытаться выманить ее наружу. Ты это имела в виду, когда говорила про... Как же ты назвала эту поездку? Ага, да. Услада для души и разума. Теперь я понял, что ты имела в виду. Ты хотела, чтобы я сошел с ума, хотела запечь меня в сумасшедший дом до конца моей жизни. Но зачем? Хватит прятаться в лесу. Выходи и поговори со мной. Да чувак, с такой паранойей, короче, тебе уже давно пора, дурка плачет по тебе. Ты не думаешь, что сейчас чувствуют наши родители? Все верно, отец всегда питал к тебе отвращение, сомневаясь, что он был сильно удивился. Но как же мать? Ее-то за что? Разве она мало настрадалась при жизни? Ты причиняешь всем мучения сейчас, не только мне. Ничего и никого, лишь тишина. Я здесь лишний. В смысле лишний? Лишний, блин. Так, а документами может покидать? А, давай-ка четки. Нет, нельзя торопиться, вряд ли это будет верным шагом. Одеяло? Нет, это неправильно, боже, что я делаю. Ладно, окей, что я делаю, что я делаю. Пошли, короче, туда, в дом. Кто-то только что отошел от окна. Возможно, местные жители видели, кто входил в коттедж, или знают хоть что-нибудь о Виктории. Надо их расспросить.
Либо это были соседи. Кстати, как вариант, сами соседи. Окей. Так, ладно. Что у нас тут? Ох ты, сколько всего много. Так, это дорога назад получается, наверное. Тут что-то с дерева. Привязанное, кстати, дерево. Смотри, наверное, чтобы не упало, да? Мертвое дерево с надписью вырезанной на стволе. Так, а что за... Судя по всему, надпись вырезали на стволе очень давно. Четыре буквы, разделенные крестом. В и К, Д и П. Похоже, это дерево до сих пор не срубили, только из-за надписи. Угу. Так, ладно, вырезку запомним, что она здесь есть. Не зря она там. Так, окей, давай-ка здесь посмотрим. Окно. Окно в подвал. В подвале, наверное, у соседей какая-нибудь дичь по-любому творится. Там кладбище этого дома, скрытое в кромешной тьме. Кладбище! Да ладно, кто будет делать кладбище под домом, в подвале? Первый раз вообще такое слышу. Просто первый раз такое слышу. Падший ангел. Похоже, жильцам этого дома все равно. Не могу. Я тобой глядя сорвал спину от натуги. Да звездец, ты чё такой хиляк-то? Параноик, хиляк, вообще просто ни о чем. Нужна палка, короче. Нужна палка, нужно подсунуть, короче, и приподнять. Хотя фиг знает. Нет, наверное, так не сработает. Окей, давай посмотрим просто. Ваза. Так, в окно пойдем. Входим сразу через окно. Сходу просто. Внутри пустынно и темно, не считая слабого света свечи. Едва-едва можно различить мебель, накрытую покрывалами. Обычно покрывалами... Ну, когда далеко там или надолго уезжают, да, там или что там. Или когда вообще продали дом, новый дом, да, там, одеялами, короче, или покрывалами, накрыта мебель, чтоб не запылилась. Да. Странно. Но мы кого-то видели. Ее держал ангелок, от нее веет с мурадом смерти. Внутри этой вазы гниющая плоть. Но мы кого-то видели в доме, значит, он не пустующий, по идее. Точная копия вазы с другой стороны, но в этой стоит пожухлое растение. Через него ничего не видно, сплошная тьма за стеклом. Ладно, дверной молоток. А, это типа вот эта ручка, которая стучать, да? Ладно, давай постучим. Не будем сразу вламываться. Че там поскребся, как кошак-то? И не постучать, прожил. Не постучать? А кулачку? Нет? А кулачком не постучать? Нет? Надо обязательно вот этой дверным молотком. Кулачком-то постучи. Вы не против, если я подниму вашего прелестного ангела? Нехорошо оставлять его в таком состоянии. Да постучи ты, ё-моё. Мы прибыли вчера вечером, вы, наверное, нас слышали. Мы с девушкой еще громко спорили во дворе соседского дома. Я ее ищу. Так. Мы приехали, а потом она куда-то отсюда ушла. И так и не вернулась. Опа. Вы ее не видели? Не знаю, может, она и вовсе никуда не уходила. Может, там глухонемой какой-то живет, может...
Вас просто игнорит. Живете неподалеку от леса? Сами-то в него небось ходите? Вы в лес ходите? Там безопасно? Блин, что за вопросы-то? Вы случаем не видели, направлялся ли кто-нибудь недавно в лес? Понятно. Я не хотел вам мешать. И дверь-то открылась. Я совершил ошибку, прошу прощения, мне и вовсе не стоило. Почему такое увидел? Почему нам не показали? Рилли, а что он такое увидел? Ну хорош, ты что там обосрался, что ли? О. Не, я хочу посмотреть, что там такое. Второй раз я туда не пойду. Либо там кто-то, короче, какой-то больной человек, либо... Не понимаю. Не понимаю. Так, окей. А, у нас осталось с вами в дом. Мы посмотрели там, какую-то дичь увидели, но нам его не показали, жалко. А, остался, получается, город, да? И снизошел я в долину, где затаилась смерть, осознавая, к чему ведет мое решение. А Николай уже был там. Или это не город? А, нет, город. А она была права, не зря этот город скрыт в горах. Жаль, что на поверхности стоило бы закопать его под землю. А, за Николая играем. Вот мы и пришли. Давай-ка выслушаем, что скажет наш преступник. Преступник? Ни хрена себе. Блин, довольно долгая демка, да? Довольно долгий пролог такой. Ну, длинный. Я что-то даже чую, что нам еще на одну серию хватит. Потому что эту серию уже скоро надо заканчивать. Гротески. Так, это обратно получается. Скульптурные изображения священников. Все так и смотрит на тебя. Памятник. Священник с кинжалом в руке. Если верить надписи, это Иван Катар, местный святой покровитель, живший в городе с 1159 по 1218 год. Так, окей, вывеска. Пока в дома мы не заходим, мы сейчас пока осмотримся здесь вокруг. Не разберешь, что тут написано, но судя по вывеске, что там муниципальное. Муниципальное. Угу. Ну, с такой большой, ну, как бы, в принципе, большой дом, да, и он прям так вот выделяется. Это, скорее всего, какой-нибудь там, не знаю, типа мэрии, администрации, наверное, что-то такое. Так, окей, а вывеска? Еще вон туда у нас проход, туда проход. А, погоди, пепел от чучела. Это все, что осталось от чучела, которое местные жители сожгли на площади прошлой ночью. Чучело. А погоди, чучело. Чучело когда сжигают? На Масленицу, что ли, да? Или когда-то? Конец Масленицы, да, сжигают чучело. А еще туда. Блин, ходов вообще много. Исследовать, не исследовать, короче. Сувенирный ценлавчак. Короче, сувенирная лавка, я такой.
Так, и здесь что у нас вывеска? Это какой-то паб, наверное, или бар. Сопудово. Горский. Горский. Окно. Еще не хватало их разглядывать, как безумец какой-то. Горский. Кафе сборки Горского. Так, ну, в принципе, я все осмотрел. Ладно, первым делом, что там, первым делом, ну, не знаю, давай в сувенирную лавку зайдем, посмотрим, что это. Тебе бы сходить в таверню. О, привет, привет. И вам здравствуйте. Тебе бы сходить в таверну. Таверна — это вот это, наверное, по любасу таверна. Вот это что за дом? Так, ладно. Таверна, значит, таверна. Таверна, значит, таверна. Окей, давар. Человек. А это не человек, это давар, а вот это человек. Без ног, правда. Понятно, да? Вот это давар, он не человек. А вот этот человек, и он не давар. Окей, ладно, надо заканчивать, короче. Продолжим уже в следующей серии, вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. И с вами был Валерий, всем пока.